Всем привет! Меня зовут Сабир Едгоров, и вы смотрите видеообзор происшествий, где мы рассказываем о самых нашумевших инцидентах в Оренбурге, которые попали на камеру за прошедшую неделю. По традиции начинаем с обзора аварий, которые произошли на улицах нашего города. В этот раз они идеально подходят к 1 апреля. Перекресток Чкалова и Уральской. Какие только аварии мы не видели на этом участке дороги. Но сегодняшние герои смогли нас удивить. Красная машина поворачивает налево. Водитель белый хочет повернуть направо. Казалось бы, на этом участке есть где разгуляться. Не то что машинам, а целой свадьбе. Но автолюбитель на белом авто решил устроить веселый пранк и внезапно въехал в красную машину. Кто виноват в этой ситуации, непонятно. Но видео получилось веселым. Ну а теперь давайте поговорим еще об одной теме, которую мы постоянно затрагиваем. Оренбург и собаки. Проблема с бездомными животными усиливается не первый день. Горожане замечают, что стаи собак становятся больше. Это, например, как утверждает автор видео, орудуют недалеко от школы в районе Монтажников. Надежда только на то, что новоизбранный мэр наконец-то сможет гуманно и эффективно решить этот волнующий многих вопрос. Вода, огонь, воздух и раздельный сбор мусора. Когда-то давно все народы Оренбуржья жили в мире. Но все изменилось, когда весна пришла в наш город. В этом году теплые дни ознаменовались бушеванием стихий. Возможно, природа нам мстит за показатели сероводорода в атмосфере у нас в области. Вода. Начнем с нелегкой доли жителей одного из домов на улице Братья Башиловых. Снег растаял, и лужа пришла прямо на порог жителям дома. Мы не завидуем жильцам, которым приходится каждый день проходить полосу препятствий с аквалангом, чтобы просто выйти из дома. А это уже дом на проспекте Победы. Как утверждает автор видео, вода льется по стене и протекает на другие этажи. И жильцам буквально приходится ночевать с тряпкой в коридоре. Но стоит отметить великолепное чувство юмора у жителей и отдельная благодарность за музыку на фоне. Ну и завершает нашу акватему резиденция Посейдона на улице Пролетарской. Если открыть недалеко от этого дома магазин надувных лодок и водного снаряжения, можно неплохо заработать. Но вам стоит поспешить, юные стартаперы. Бизнес сезонный, и с приходом тепла лужи испарятся. Огонь. Пламя возмущения состоянием дорог продолжает разгораться. 27 число. Второй раз заделали яму. Будем ждать результата. Прошло 3 дня. Воздух. Эта стихия решила ударить в основном по облицовке зданий. Пострадали жилой дом и торговое помещение. К счастью, никто не пострадал. Не успели. Жесть. Раздельный сбор мусора. Это самое грустное видео сегодня. Печально здесь все. И площадка вокруг контейнеров, и тот факт, что жители даже не стараются сортировать мусор и просто все выкидывают куда попало. До заботы об экологии нам еще далеко. Ну и в завершении небольшая порция веселых видео. Все-таки сегодня праздник смеха. В этот день желаю вам быть оптимистичнее и верить в себя, как наш следующий герой. Под Оренбургом почти состоялось ограбление века. 19 бутылок игристого вина. Именно столько хотел украсть молодой человек. Но не справился с управлением своих ног, и мгновенная карма настигла его. После удара об стену и осознания провала миссии, ранее судимый местный житель довольствовался только одной бутылкой. Но и это продлилось недолго. Его задержали, и теперь ему грозит до 4 лет. И еще одно забавное видео. На этот раз небольшая фантазия о том, как оскароносный актер Мэттью МакКонахи устраивает вечерний променад на своем авто по Оренбургу. На этом мы заканчиваем видеообзор. Меня зовут Сабир Едгоров, и я напоминаю, что вы тоже можете стать соавтором нашей рубрики. Если вы стали свидетелем интересных событий, напишите в нашу группу ВКонтакте. Некоторые видео из наших выпусков появились благодаря услуге видеонаблюдения от компании Уфанет. Вы тоже можете подключить себе эту услугу и смотреть видео онлайн или с архива прямо с мобильного устройства. Подробности вы можете узнать, позвонив по номеру 09388.